Всем большой привет! Сегодня будет обзор одной из популярных на данный момент игр. Скачивается достаточно легко из Play Market, никаких дополнительных разрешений не требует, кроме того, как и то, что я еще не успела войти, а мне уже всунули перед лицом рекламу. Ладно, рекламу закрыли и начинаем. Так, что у нас здесь? Еще одна сверху реклама, мое прям любимое самое. И вот это вот меня всегда удивляет, когда за мой счет, а именно за мое время, мне еще дают какую-то рекламу. Я еще, как обычно, промахнулась крестиком, меня отправляло это все на Яндекс, и терпеть не могу. В правом верхнем углу у нас есть кнопка «Больше наличных денег». Вы можете либо присоединиться к Телеграму, либо к Ватсапу, и я еще раз нажала, подумала, вдруг там можно рекламу посмотреть, но нет, видите, кидаем шарик, и вот такой цветной шарик дает нам, конечно, на такой сундучок, который дает вам деньги, ну, конечно, не просто так, а за рекламу. Вот я за 10 минут я кликала, чтобы накликать этот первый рубль, выделяю первый, вот где надпись 1 рубль, нажимаю, и только потом открывается вот эта кнопочка «Отзывать». Но здесь немножко нестандартно, здесь еще нужно имя, почту. Единственное, что здесь пишу правдивое, как всегда, это телефон, потому что он привязан к Киви. Имя и почту, конечно, выдумываю на ходу. Вообще до сих пор не понимаю, зачем им мое имя и моя почта, если им нужно просто мне вывести деньги. И смотрите, что пишут. Ну да, как обычно, реклама. Но что мне написали? Что вывод будет в течение скольки? 2 рабочих дней. Вы серьезно? Решила перепроверить, думаю, так, зайду в Киви, посмотрю, вы серьезно, не пришлете мне мгновенно мой рублик, а вот, пришло уведомление. Так что выплата приходит сразу, но за 10 минут 1 рубль, это несерьезно, но у меня на этом все, всем спасибо.